Уважаемые сограждане, сегодня, 11 мая, истек срок, который отводился президенту страны на принятие решения об отставке Кабинета министров и началу процесса обсуждения выхода страны из политического и социального кризиса. Мы провели множество встреч и консультаций во всех регионах страны с большим количеством представителей нашего народа, общественных и политических деятелей. Был предложен разумный план выхода из сложившегося глубокого кризиса, который предполагал отказ власти от реализации законов и проектов, угрожающих национальной безопасности. Однако все инициативы нашего народа проигнорированы властью. Судя по всему, они уверены, что способны реализовать все свои задумки без учета интересов абхазского народа. Уважаемые сограждане, мы исчерпали все возможные диалоги с действующей властью, а их нацеленность на заселение страны, продажу стратегических активов, обнищанию населения за счет непомерных тарифов на электричество, полному фактическому уничтожению основных сфер жизнедеятельности государства, таких как здоровье нации, образование, национальная безопасность, не оставляет нам иного выбора, как призвать вас всех выйти на улицы, чтобы заставить действующую власть остановиться. Руководствуясь статьями 2 и 17 Конституции Республики Абхазия, также понимая личную ответственность за будущее абхазского государства, мы объявляем о проведении народного митинга в городе Сухум 30 мая 2023 года.